Улица Некрасова. Водонапорная башня. Водонапорная башня построена в 1912 году, когда в городе делали водопровод. Все заботы городского общественного управления были нацелены на сооружение водопровода. Начало этому чрезвычайно полезному для городских жителей предприятию положили почетный гражданин города Яранска Федор Яковлевич Рощин и купец Алексей Петрович Калинин, пожертвовавшие на устройство водопровода крупные суммы денег. В распоряжении города на этот предмет имелся капитал в сумме 80 тысяч рублей. Подряд по постройке водопровода был сдан фирме Добровых и Напгольц за 104 тысячи 500 рублей. Для наблюдения за устройством водопровода городской думой была избрана водопроводно-строительная комиссия из гласных думы и сведущих лиц, которая в течение 1912 года имела 35 заседаний. В этом же году товариществом Добровых и Напгольц по устройству водопровода были выполнены следующие работы. Каменная водокачка, водопроводная башня, деревянные будки – а также были проложены по намеченным улицам водопроводные трубы и поставлены в водокачке двигатели. В настоящее время в здании находится оборудование для трансляции каналов кабельного телевидения. И по своему прямому назначению водонапорная башня не работает.